Друзья, всем привет! Серферы, бездельники, наши любимые девианты. Всем, кто собрался, так сказать, в ожидании очередного свежего фреша потока истины, вы в том самом нужном месте. И у нас сегодня интереснейший гость, уже в третий раз. Да. Олег Торгало. Добрый вечер. Добрый вечер. В прошлый раз мы с ним говорили о магии сквозь призму магических практик, сквозь призму индийской цивилизации и культуры, религии. И развиваем, значит, так сказать, наработки прошлых эфиров, потому что первый эфир был посвящен Индии конкретно. И это один из, не знаю, можно ли вас назвать специалистом, наверное, людей, глубоко увлеченных Индией. Ну, вот в этом я разбираюсь больше, даже чем в магии, даже чем в Индии. Это то, чему я посвящаю последние 17 лет жизни. Это альтернативная медицина, в частности, аюрведа. Угу. Ну и начнем с чего? Для большинства украинцев альтернативная медицина – это вот где-то рядом с магией, да, вот что-то, какие-то травки. Ну, к сожалению, да. Какие-то укольчики. Действительно, оно имеет право на жизнь их мнения, потому что за этим обширным понятием альтернативной медицины может скрываться там исцеление там космическими вибрациями, там лечение огурцами, уринотерапия и разная другая муть, понимаете? То есть, и в то же время к альтернативной медицине относятся такие три направления, которые приняты Всемирной организацией здоровья, как китайская медицина, как тибетская медицина и как аюрведа. Только три. Угу. Почему только этих три? Потому что это три традиции медицинские, которые помимо своей древности, помимо того, что вот они проверены вот на протяжении тысячелетий, имеют полностью научную базу, писание, то есть трактаты, и ну, имеют школу, то есть имеют традицию. То есть часто люди путают, говорят, вот традиционная медицина – это то, которое сейчас. Ну, как же она может быть традиционной, если она каждые 10 лет, по сути дела, меняется? Понимаете, если мы посмотрим учебники там, 20-летней давности по современной медицине, там уже все поменялось. То есть лекарства, подходы, процедуры, все. А вот эти писания, например, как китайская медицина, тибетская и аюрведа, то есть они не меняются на протяжении тысячелетий. То есть оно уже отработано, оно уже все проверено и вот помогает людям. Угу. Ну, давайте вот начнем с понятий, да, то есть что аюрведа, что это такое? Вот как... Аюрведа. Аюрведа состоит из двух слов. Аю – это жизнь, аюс – это жизнь, и веда – это знание, то есть это знание о жизни. Знание о жизни не только вот о здоровье, а обо всех аспектах человеческой жизни, то есть начиная с рождения, оканчивая уходом, даже больше, даже не с рождения, а с зачатия. Зачатие, то есть как подготовиться к зачатию, как что кушать, чтобы был мальчик или девочка, чтобы там еще какие-то качества имел ребенок. То есть это все дает аюрведа. Все. Там, что кушать, каким спортом заниматься, какой режим, какие увлечения, какую себе работу, как себя социально реализовать, какие даже отношения. То есть эти все рекомендации содержатся в аюрведе. Но в чем фишка, что это не просто вот рекомендации для всех, это хорошо для всех. Это индивидуальные рекомендации, для каждого они будут индивидуальные. И этим-то, вот, например, аюрведа и тибетская медицина – это как две родные сестры. То есть тибетская медицина – это она вышла из аюрведы, и это просто как бы районированная, адаптированная аюрведа для Тибета. Вот. И, то есть она основана, и чем она отличается от современной медицины и от многих других практик, которые существуют сейчас, вот новые изыскания всевозможных целителей, то, что это сугубо индивидуальный подход. То есть терапия и изучение аюрведы, оно начинается в том, что познай себя.
и познай себя не просто как философский, как душу, как интеллект, а познай себя даже как свое тело. Потому что по аюрведе мы все разные, и мы можем видеть это просто в жизни. Знаете, вот я там часто бывал на ретритах, и иногда там, если это закрытое помещение, там кто-то постоянно «откройте окно», а кто-то «закройте окно, дует». «Откройте окно!» И вот постоянно вот это... Почему? Я раньше, когда не был знаком с аюрведой, думал, вот как это, кому-то холодно, кому-то жарко. Но мы все разные. Кто-то имеет больше в природе огня, а у кого-то именно в природе преобладает ветер, вата, доша. И, соответственно, эти качества, они проецируются на всю нашу жизнь. И прежде чем начать вообще выстроить свою жизнь, свой режим и все остальные направления, то есть мы должны понять, кто мы, вот какая наша модель. То есть вот как есть разные модели автомобиля, то есть разные модели тел. И вот когда мы определяем, кто мы, вот, мы уже знаем, что для нас хорошо и что для нас плохо. То есть вот это основное задание аюрведы. И она уже дальше дает именно, вот, исходя, ага, ты определил, кто ты, и вот это для тебя хорошо, вот это для тебя плохо. А аюрведа – это не какая-то эзотерика и мистика, это вполне практические вещи, описание физических законов. То есть это можно сравнить еще аюрведу с биологией, то есть биология переводится так же – знание о жизни. Только если биология как бы еще в таком, можно сказать, зачаточном находится состоянии, то аюрведа — это уже знания, зрелые знания, полученные даже не экспериментально, а вот как прозрение, и благодаря которым любой человек может сам для себя стать как и доктором, и целителем. И чему учит аюрведа, что большинство недомоганий мы должны определять и помогать себе сами. Ну вот Наташа Устименко тоже пишет: аюрведа гарно описывает конституцию тела. Вот, так. Собственно, то, о чем мы только что говорили. Именно так, именно так. То есть, не зная, понимаете, недостаток, вот если мы приедем, например, на Петровку, то мы увидим там раскладку там тысячи книг. Я езжу туда, ищу там свои книги, но я вижу там, там вот этот лечит там такой-то травой, этот лечит там длительными голоданиями, этот вот уксусом, этот содой лечит, все. Но а где же правда? А правда в том, что кому-то, и, возможно, автору этой методики, это помогло. Потому что вот он такой, в такой конституции, если, например, он в огненной конституции, ему поможет сода. Действительно, вот сода там в каком-то небольшом количестве, она будет ему помогать. А если вот он склонный к полноте, если он больше вот конституция, вода, земля, капха-доша, то она будет ему вредить, она наоборот ему навредит. Вы знаете, я вообще изучаю всевозможные целительские методы вот буквально там с 17 лет. У меня в 16 лет умер мой любимый дядя в 33 года. И для меня это был вот сильный переворот. То есть у него там прободная язва, то есть загнал себя работой. И я как-то вот испугался, я понял, что вот в таком молодом возрасте можно умереть. И я начал изучать разные целительские системы, там Брэк, Шелтон, там Синельников, там разные, короче, читал разных авторов и что-то пробовал, в основном пробовал на себе, то есть я уже там с 18 лет голодал, там в 20 лет у меня была проблема с желудком, я начал пить, например, уксус, который рекомендовал Шелтон от проблем желудка. Но я себе напортил еще больше, то есть у меня еще больше стал гастрит, еще больше болеть. Я себе тогда задал вопрос, ну как это, вот человек, который мне рекомендовал, ему помогло, а мне не помогло. Ну тогда я не знал просто, что вот все мы разные, у нас вот разная модель вот этой биомашинки, и соответственно мы по-разному должны ее использовать. Знаете, у меня, например, два автомобиля, легковой и внедорожник. Я их по-разному, у них разное масло, там разные жидкости, разные, то есть разное обслуживание. Также вот наше тело, исходя из этой модели, мы должны по-разному обслуживать и заботиться о ней. В продолжении вопрос такой зрителя. Обязательно ли быть вегетарианцем, чтобы практиковать аюрведу? Нет, есть такое заблуждение. И это, как правило, такое продвигают
люди, которые, если возможно, там как бы ведические, там индийские, там организации, секты, которые хотят приватизировать аюрведу, как бы как вот, вот это вот чисто от нас там исходит. И, ну, я хочу сказать сразу, аюрведа, она вне религии. Это медицинская система, о которой в религии не говорится ни строки. То есть, вот, и они говорят, что вот надо быть вегетарианцем. Но нет, я вот категорично заявляю, то, что в аюрведе нет ни одной строки, где тебе рекомендуется, чтобы ты был и вегетарианцем. Во время очищения, да. Когда ты вот там чистишь там ЖКТ, там есть такого, такая рекомендация. А так, чтобы постоянно нет, то есть ты можешь быть и кушать мясо, ты можешь не кушать мясо, ты можешь и в том случае, и в том быть здоров. Основное здоровье – это баланс наших энергий. И вот как ты приводишь этот баланс, то есть это есть разные, это первое, это наше питание, это наш режим, это определенные упражнения, это дыхательные упражнения, это медитация и все-все-все. То есть все, что нас окружает, имеет какие-то свойства и качества и может влиять на нас. И каждая болезнь, она тоже имеет какие-то свойства и качества. И вот тут вступает истинная аллопатия. Аллопатия – это то, что лечение от противоположным. Аюрведа – это как раз та, которая лечит противоположным. И если кому-то, например, там, людям худым, ветреным, там, беспокойным, то есть вот им даже аюрведа рекомендует мясо. Отказ от мяса – это больше такой рекомендация для духовных поисков. Я сам не ем мясо 25 лет, но если у тебя нет духовных поисков, я как бы вот такую рекомендацию лично никому не даю. То есть это как больше для чистоты сознания, а не тела. Угу. Вопрос на понимание. Татьяна спрашивает, а как узнать свою конституцию? Ну, конституцию тела. Смотрите. Ну, кто ее определяет? Есть разные тесты. Но проблема многих тестов, то что люди не совсем корректно заполняют их. Есть вот тексты, желательно там где-то вот, чтобы было там не меньше 70 вопросов. Какое-то вот, как ты встаешь, что ты кушаешь, какие у тебя там руки, какой-то у тебя овал лица, какие у тебя глаза, там форма ногтей, там глаз, всего. То есть все это говорит, то есть наше тело, оно вот говорит о нашей модели, то есть вот это об этой конституции. Но вот я свою конституцию определил вот сам в свое время. То есть вот когда я в 2007 году я попал в очень сложную ситуацию, и до этого я был достаточно здоровым, а потом как-то с какого-то среднего уровня проблема, я обратился к современной медицине, до этого я не обращался. И тут я попал, то есть меня начали лечить там антибиотики, гормоны, то все, я все начал себя чувствовать все хуже, 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 хуже. И вот когда я вот уже был в таком состоянии, что клянусь, уже собирался уходить из этого мира. У меня был такой день, что я вот встал, думаю, побреюсь, чтобы меня в морге не брили, вот сегодня буду умирать. А потом, когда бреюсь, смотрю в зеркало, думаю, неужели я вот родился, чтобы вот так сейчас меня тут ухандошили вот эти врачи, и я ушел с больницы, выкинул все лекарства и начал постепенно вот изучать. И вот где-то вот в течение там нескольких недель изучения текста я сам определил вот свою конституцию и своих предрасположенностей, и своего психического состояния, из своих предпочтений, формы тела. Но тут вот именно могут быть какие-то особенности, потому что конституция это тоже не то, что там вот есть три модели, есть такое заблуждение, это как бы, скажем, люди ветра, люди огня и люди воды земли. Но на самом деле их бесконечное количество, потому что вот все это, все конституции находятся в определенном сочетании между собой. И тут, конечно, самым таким простым будет обратиться к специалисту.
То есть вот то, что, например, я там на протяжении 2 лет изучал, делал и пришел к каким-то выводам, уже восстановил себе в какой-то мере здоровье. Я пришел к специалисту, и он мне там за полчаса, он мне все это выдал, все, и мою конституцию, и рекомендации, и поправил меня в тех ошибках, где я уже, и даже после 2 лет я ошибался. То есть так лучше всего. Но для начала, если нет такой возможности, достаточно будет пройти тесты, почитать определенные книги. Есть такая серия такого бежевого цвета, такого как где-то как мой гольф, серия Аюрведа. На книжных рынках, на сайтах по книге она есть. Это такая самая компетентная литература. Там такие авторы, там Дэвид Фроули, Роберт Свобода и Васант Лат. Это вот как бы тройка таких метров западных. Васант Лат, он индиец, но живет в Америке, который преподнесена аюрведа для западного человека. И вот прочитав вот хотя бы вот эти три, вот этих троих авторов, вы уже будете понимать намного больше. То есть в чем смысл аюрведы? Она говорит, что только мы ответственны за свое здоровье. Мы должны знать, вот потратить вот этот месяц или два для обучения и для понимания вот этих основных истин, по которым, как работает наш организм, именно, как вот именно происходит вот это взаимодействие вот этих основных стихий, энергий, и как на себя влиять, как себя диагностировать, как читать вот этот язык тела, вот этим все тело постоянно с нами говорит, и как на себя влиять. Ну, у меня тоже этот вопрос возник, и я вижу по чату, что не только у меня. Кстати, полайкайте эфир, не забывайте, что это поднимает в алгоритмах его. А где вот эти специалисты берутся? То есть, где их находить? И самое главное, кто их готовит? Почему он, собственно говоря, специалист? Специалист, я считаю, специалист это не тот, который окончил там 2-месячные курсы, а тот, который прошел обучение как минимум в Индии. Это может быть какой-то колледж, это какой-то вуз, это может быть обучение, например, просто у гуру. То есть есть два вида. Тем, кому надо диплом практиковать, они идут именно в определенное там, учебное заведение. А есть еще такой метод, как мы обучаемся у гуру. И вот этот человек должен, ну, как минимум, там, 3-4-5 лет учиться, и тогда вот его можно считать специалистом. На всю Украину, я думаю, на пальцах 2 рук можно пересчитать те, кто является специалистами. Ну вот, ищите, ну, по крайней мере, в РАСА, это я первый в Украине открыл магазин аюрведы 8 лет назад, и вот у меня работает 2 докторов, это люди очень высокого уровня. Я сам не доктор, я не практикую, потому что это очень энергозатратно, у меня нет на это времени, это как бы не мое. Ну, я четко понимаю, кто настоящий доктор, а кто какой-то популист или невежда. Знаете, я в свое время, еще в 2002-м я хотел начинать изучать аюрведу, но я там встретил одного проходимца, моего тезку с похожей фамилией, очень известного в сети, и вот я начал учиться и понял, что он просто аферист. Вот. Так что надо быть внимательным. Я бы рекомендовал вот эти книги из авторов и лекции. Ну, вот из таких славян, вот русскоязычных, кто вот нам будет понятен, это Андрей Головинов, это доктор из Казахстана, это мой учитель и друг, специалист очень высокого уровня. Я думаю, в YouTube можно набрать его лекции. Мне вот через лекции эти знания заходят очень, намного лучше заходили, чем, например, через книги даже. Угу. Ну, они, вот вы сказали, что они там учатся в колледжах каких-то, да. Где, то есть это существует какая-то сеть институтов, да. Какие-то есть там свои, ну,
нашим языком говоря, там какие-то профессора, какие-то конечно, там. Конечно. И у них есть там своя градация, какие-то нормы там и так все далее. Все как в традиции, ну, как в современной медицине. Угу. Мы должны понять, что в Индии существует две официальные медицины. То есть есть западная, ее там называют английская медицина, так как англичане ее в свое время навязали. Вы знаете, то есть в свое время они как бы огнем и мечом выжигали это все. Так как мы знаем, фармацевтика это бизнес, и они там запрещали аюрведу. И в основном я скажу так, что три к одному. То как бы три индийца пользуются вот, современной западной медициной, а один пользуется аюрведой. И в Индии есть два министерства. Это вот здравоохранение, западная медицина и министерство Аюш, которое там помимо аюрведы включает еще два направления, там мусульманская, юнани, такая медицина, то есть это как бы такая тоже аюрведа для мусульман, то есть, ну, чуть-чуть изменена. И это абсолютно официальная медицина, государственные колледжи, частные колледжи, то есть вот, где обучают очень профессионально, достойно, и эти люди работают по всему миру. В Европе это вот очень развито, в каких-то странах это запрещают, например, как там во Франции, например, как в Германии, там есть одна лучшая клиника аюрведы в Бадемсе, которая, ну там, вся элита и Голливуд там омолаживаются, очищаются, лечатся. Вот. Угу. Вопрос такой тогда. Итак, вот, собственно говоря, это как выглядит лечение? То есть приходит человек и говорит, у меня там ощущение там, или у меня там четкая проблема с тем-то, да, вот, его верифицируют по вот этой типологии трех тел, да. Задача трех тел, да. Ну, я так понимаю, что между этими тремя типами есть еще какие-то промежуточные состояния, да, как всего как бы семь основных, да, семь, да. Там, ага. В основном люди из двух, одна преобладающая энергия и стихия, и одна дополняющая, Вот. Ну, и дальше, собственно говоря, формируется какая-то картина болезни, там, да, картина на основе картины тела. И дальше начинается что? Дальше начинается предложение там, диеты, чего там еще? Смотрите, начинается все с того, что еще одно отличие от современной медицины, надо выяснить причину заболевания. То есть пока мы не вылечили и не устранили причину заболевания, то есть наше лечение будет до одного места. И мы можем понимать, патогенез это называется, возникновение болезни. И мы можем понять, что в современной медицине это тоже как бы все забыто. Это на втором месте, врачи, как правило, об этом вообще не спрашивают. И хороший врач, ему даже не надо рассказывать проблему. Знаете, он тебя посмотрит, он тебя послушает, он послушает твой пульс, твои слизистые, посмотрит язык. Все, он сам все тебе расскажет. То есть хорошему врачу не надо ничего рассказывать. Хорошо, когда некоторые говорят, что ну, этого только достаточно. Если есть современные анализы, там УЗИ, какие-то КТ, там еще, то это тоже очень замечательно. После этого он тебе, врач, хорошая консультация, то есть он тебя спрашивает, как ты кушаешь, как ты спишь, там, как ты ходишь в туалет, там, какие у тебя симптомы после этого или после этого, как, вот, что тебе нравится, какая еда, какая у тебя двигательная активность. То есть он выясняет причину болезни, то есть он, иногда она лежит на поверхности, но иногда она скрыта. То есть когда он выяснил причину болезни, он говорит так, вот этого не кушать, вот от этого отказаться. Например, часто там можно сделать отдельный эфир по причинам болезни, потому что это очень длинная тема. То есть это, как правило, или питание, или режим, или психоэмоциональное состояние, или ты живешь не в том климате, или, например, там, ну, вот, кушаешь не те вещи, там, у тебя там не те увлечения, эмоциональная нагрузка, ты работаешь не в том месте, у тебя какая-то проблема с отношением. То есть вот выясняется причина, тебе дается рекомендация по причине, и потом тебе дается комплексная рекомендация по вот, вот твоей проблеме. Посмотрите, вот в чем отличие, например, от современной медицины, то, что это вот, все вот эти три признанные ВОЗом
по медицине, у них холистический подход. Они рассматривают человека целостно, не набор каких-то органов, как у нас там гепатолог, скоро будет холецистолог, понимаете, или там гастроэнтеролог, и все. Вот. А вот ты пришел, у него, все, иди к тому врачу, там у тебя, оказывается, еще и там проблема, пойди к тому врачу. Нет, такого нет. То есть они рассматривают целостно, и они понимают, что одна проблема какого-то органа может вызвана как побочка именно нарушения в другом органе. И после этого и они понимают, что любая болезнь – это прежде всего проявление вот одной из трех этих энергий. Вот, чтобы было понятно, то есть в нашем организме есть вот три таких функциональных принципа, которые руководят вот полностью нашего организма. То есть есть такой принцип ветра, то есть это не тот ветер, который вот мы ощущаем, это как бы принцип такой, это принцип движения, то есть он ответственен, например, там за нервную систему, за любое передвижение, за наше дыхание, сердцебиение, кровообращение, то есть вот то, что движет. Вот. А есть такой принцип огня, то есть это вот наш метаболизм, это вот зона, например, там от сосков до нашего пупа, это вот, вот эта зона огня, там, где происходит трансформация, там, где приходит преображение. То есть, и вот тут, как, тут будут одни симптомы, то есть вот это вот стихия огня нагружена, то есть питта-доша. Или это может быть нарушение капха-доши, то есть это то, что вот связано с накоплением. Знаете, вот я иногда такой понятный на автомобилях, такой вот пример, я сам как автомобилист, я сам просто наблюдаю, как эти принципы даже работают в такой несоизмеримо более простой конструкции, даже вот технической, как автомобили. В том же автомобиле, например, вот это вата-доша, то, что ответственно за нервы и импульсы, это вот электрическая система, это вот это тот же воздух, который вот идет там, чем всасывает именно через воздушный фильтр. Это огонь, это как и те же свечи, и также тот же бензин, это жидкий огонь. И как бы вот эта капха, это твердь. Это вот само железо, пластик и все это вот. И в организме, и вот машина, она едет, когда у нее есть баланс. Когда все, огня не слишком много, не слишком мало. Воздуха ни много, ни мало. Так и наш организм, здоровье, это вот баланс всех этих трех систем. Когда у нас вот огня ни много, ни мало. То есть пищеварение в норме. То есть аюрведу можно назвать это вот великой науке о балансе, о том, как вот именно держать себя вот, вот в этом вот именно балансе. Но какая особенность, что этот баланс у всех разный. То есть от природы мы рождаемся именно у всех вот с разным набором. Угу. Вот как неповторимо наши отпечатки, лицо, так вот неповторимо вот набор вот этих дож. И в момент зачатия, исходя из тех энергий, которые были у наших родителей, какие вот, вот эти доши, это называется в аюрведе, вот какие они были вот в момент зачатия, они передаются нам. И это называется пракрити, врожденная конституция. И наша задача вот понять это пракрити, эту врожденную конституцию, и постоянно в течение жизни вот подгонять вот под вот этот определенный шаблон, индивидуальный шаблон. И если болезнь, это когда мы выходим из этого шаблона. Например, вот выходит из равновесия вот стихия ветра. Это значит, у нас повышенное беспокойство, страхи. Это у нас все пересушивается, это усыхается. Это значит, у нас именно... Ну, это вот такие болезни нервные, там, вот, высшая мера, это, например, Паркинсон, это вот избыток вата-доши. Если у нас избыток огня, то это воспалительные процессы, то есть вот всевозможные иты, там, гастриты, панкреатиты, там, гепатиты, все. То есть это вот избыток вот этого огня. И, например, если врач современной медицины, он там, ага, у тебя там гепатит или гастрит.
То есть я вот выписываю тебе для печени там определенное лекарство. То врач аюрведы, помимо того, что он выпишет лекарство для этого органа, он будет выпишет еще больше средств, которые будут воздействовать на саму дошу, на эту стихию. То есть мы должны понимать, что болезнь – это не просто этот орган заболел, это причина любого заболевания, это выход из равновесия этой доши. И он будет на нее влиять именно не просто поддерживая этот орган, а понижая эту дошу. Это будут как и диета, которая будет понижать этот огонь. Это будет дыхание, которое будет понижать огонь. Это будет рекомендация там, вечерних прогулок. Это будет рекомендация холодного душа или бассейна. То есть, например, даже двигательная активность для всех будет разная. Это будет упражнения асаны йоги, которые охлаждают. Дыхание, которое охлаждает. То есть вот дыхание можно себя согреть, а можно охладить. И то есть все будет направлено для того, чтобы эту стихию огня у тебя понизить. И тогда болезнь, она будет уходить как бы сама по себе. Угу. Сейчас вот здесь был интересный вопрос. Есть ли у аюрведы, в аюрведе профилактический подход? Или только с заболеваниями можно, ну уже когда по факту есть заболевания, можно обращаться? Слушайте, это замечательный вопрос. На самом деле аюрведа, она состоит из двух частей. Одна кая-чикитса, это лечение болезней, это вот половина аюрведы. А вторая называется свастхаврита, это называется профилактика. И вот профилактике уделено очень много времени. Та же профилактика, она состоит из таких, например, разделов, как диначария, уход за телом. То есть там расписано, там, образно говоря, там полкнижки описано, как ухаживать за телом, как чистить свой организм, поддерживать чистоту. Как ухаживать за органами чувств, потому что вот насколько молоды наши чувства, настолько на самом деле молоды мы. И в аюрведе большое внимание уделяется здоровью глаз. То есть там ты как минимум два раза в день ты должен ухаживать за глазами, чего вот в западной культуре нет. Ты должен ухаживать за носом, ты должен ухаживать за ушами, за зубами не просто чистить, как в западной культуре тоже есть, а ты должен полоскать ротовую полость там еще специальными маслами, потому что вот чистота ротовой полости зависит там бактериоз у многих людей из-за того, что вот у них нечистая ротовая полость. И профилактика это как бы основа здоровья. На самом деле, болезнь, это уже считается некое там невежество. Это когда ты уже, уже так уже запустил уход за своим телом, что вот оно уже, уже вот манифестирует в какую-то болезнь. Чем еще отличается аюрведа от современной медицины? То, что у нее 6 этапов заболевания. То есть там накопление, распространение, перенос вот этой доши, вот, которая начинает переноситься по телу. И вот с четвертой части уже начинается манифестация, проявление. Проявление там может быть уже какие-то боли, это уже какое-то воспаление, температуры. То есть то, что уже может определить современная медицина. А доктор аюрведы по вторичным признакам, он может определить вот первые 3 этапа. И в чем именно фишка, чтобы не допустить вот уже манифестации на ранней стадии применять какие-то меры для того, чтобы не допустить вот чего-то вот этих серьезных проблем. Считается, что вот уже болезнь вот такая, которая в нашем понимании, когда надо уже там что-то или резать, или там делать уколы, или еще что-то. То есть это уже как невежество, как ты допустил. Потому что если ты будешь читать знаки своего тела, ты просто не допустишь. Угу. И вот ты будешь на ранних этапах понимать, ага, у тебя начали там подсыхать слизистые, или наоборот, у тебя какой-то избыток слизи. То есть ты понимаешь, что что-то вот идут нарушения. Бывают такие варианты, человек приходит к доктору и говорит, я себя плохо чувствую. Он смотрит, анализы нормально, там послушал, там УЗИ сделал, нормально, да идите, у вас все хорошо. А у человека уже зарождается болезнь. А доктора аюрведы, вот просто там очень много уделяется пульсотерапии, потому что там пульса много, может много видов быть. Если мы сами послушаем свой пульс,
То есть в состоянии покоя он будет один, в состоянии напряжения другой, в состоянии беспокойства он будет третий. А, понимаете, это своя такая тонкая музыка. Я не специалист, я представление имею, проходил, когда обучался, проходил курс по пульсу. Ну, то есть пульс говорит со специалистом, он увидит разные оттенки, как, знаете, как музыкант, он чувствует вот разные интонации, то есть и вибрации, то есть которые не увидит там не специалист, так и доктор аюрведы, вот он по пульсу определит, ага, у тебя только вот сейчас у тебя вот такая-то проблема, накопление это доши в таком-то органе, и тебе надо сейчас просто, и на этом этапе, вот на первых трех этапах, человеку достаточно поменять диету. То есть вот первые три этапа вообще лечатся просто диетой. Угу. Вот. А уже потом, с следующих этапов диеты уже мало, тут уже надо препараты, процедуры. И тогда человек определяет, что вот у тебя такая-то проблема, и вот он расписывает, то есть это комплекса, понимаете? Аюрведа это больше, это такая натурфилософия про образ жизни. То есть вот он мне, ага, то есть вот если у тебя вот избыток такой доши, то, как правило, это связано и с психоэмоциональным состоянием. Значит, там, если у тебя больше поднята вот стихия огня, то у тебя, значит, преобладают горячие эмоции. То есть даже эмоции имеют свои качества и вкусы даже. Вот. Значит, вот постарайся там успокаиваться, там медитация, там определенные пранаямы, там какие-то молитвы, прогулки вечерние, там обливание холодной водой. То есть он рекомендует тебе комплексно. И также он рекомендует тебе питанием. Все-таки питание – это основное воздействие. Есть вкусы. Знаете, вот когда я понял, изучил вот теорию о вкусах, я вообще увидел не то, что насколько гармонична аюрведа, я увидел, как устроен этот мир, как вот он гармонично, вот создатель его сделал, и все тут находится в определенных противовесах. Вот есть шесть вкусов, и там сладкий, кислый, соленый, острый, вяжущий, горький. И вот три вкуса, они согревают, а три охлаждают. Три вкуса маслянистые, они увлажняют тело, а три делают его сухим. Три вкуса легких, а три вкуса тяжелых. И вот просто вкусами в нашей пище мы можем регулировать свое состояние. И я в этом убеждался не раз. Один раз я летел в самолете, и со мной летела в Иерусалим, летел паломница, она первый раз вообще в жизни летела в самолете. Вот, и она вот так сидела, вот, и трусила, она всего этого боялась, молилась, и это как-то передается. И что я ей посоветовал? Я просто взял у стюардессы пачечку соли, и я ей говорю, насыпьте себе под язык. Она, зачем? Да все, я говорю, насыпьте, вот, я говорю, доктор, ну, я говорю, вот, я вам рекомендую. И она насыпала себе под язык. И она буквально в течение, вот прямо на глазах ее успокоила, она вот все уже долетела, нормально, спокойно. Почему? Потому что вот этот страх, он тоже имеет какие-то свои качества. Угу. Вот какой страх? Он легкий, он холодный, он сухой. Какая есть, соль? Извини, перебью, есть же понятие липкий страх, вот это как проникающий. Да, да, ну да. В любом случае холодный. Угу. Да, это уже липкий, это когда уже тебя серьезно трухануло, вот именно. То есть он выдавливает влагу, то есть он в любом случае сухой. То есть вот он выдавливает из тебя вот эта доша, она вот на тебя влияет. Некоторые говорят, а как увидеть эту дошу? Мы не можем ее увидеть, мы ее можем именно понять по воздействию, по признакам. И вот когда вот у человека вот такие, ему холодно, вот видно, что руки его от страха замерзли, и вот его трусит, вот это движение. Вот. Что такое соль? Соль это полный антидот, например, соль тяжелая, соль острая, то есть вот по перевариванию, и соль горячая, то есть она имеет горячую. И вот когда мы наливаем, это влияет вот просто без лекарств, простой солью. Вот я человека ввел вот именно в правильное состояние. И также вот у человека будет написано, то есть тебе, если у тебя какие-то воспалительные заболевания, то, пожалуйста, ограничь соленый,
кислый, острый. А вот больше горького, горький содержится в специях, то есть все, в принципе, зеленые продукты, это тоже горький вкус считается, ну, это не обязательно должен быть такой, что там горький, это все. Ну, и, конечно, тебе рекомендуют горькие травы, есть чем уникальная аюрведа, то есть это вот своей там фитотерапией, конечно, по... Некоторые травы есть, которые растут в Украине, но то есть там уникальные растения, то есть они очень сильные за счет этого солнца, если правильно еще выращиваются. То есть там вот и все они вот как бы тоже вот эти лекарства, они имеют концентрированный вкус. И человек тебе расписывает все. Не просто таблетки возьми, а вот все. И упражнения, и психоэмоциональное состояние, и диета. И вот что, какие занятия какие-то, какие ты должен делать. И как ты вот даже, вот какую работу, вы знаете, вот, вот по аюрведе я хотел коснуться, вот что такое здоровье по аюрведе. Это физическое, психическое, социальное и духовное благополучие. То есть вот все вот эти, не просто вот, если у западного человека спросить, что такое здоровье, он скажет в основном, что это когда ничего не болит. Но аюрведа говорит, нет, то есть мало того, что у тебя не болит, ты должен ощущать счастье. То аюрведа – это наука о том, как счастливым. И аюрведа помогает во всех этих аспектах, как и психологическом, как уравновесить свою психику, потому что... Психика это не просто она связана там, с нашим телом, это одно целое считается. Вот. И тут как-то разъединять их нельзя. Вот. Если у нас нагрето сознание, то оно будет греть и желудок, и будет греть и простату, и все будет греть. То есть пока мы не успокоим свои мысли, там, вылечить какие-то воспалительные заболевания, там, практически невозможно. Вот. Ну, смотрите, из того, что вы, вот как вы нарисовали, да, я переведу на, ну, в принципе, вы простым языком говорите, там, да, да. Но я переведу вообще на суперпростой, там, наверное, да. Современный язык, что, по сути, вот если современный человек, там, имеет автомобиль, да. то каждый человек знает, что на старте автомобиль, он почему хорош? Потому что это целостная система, которая... у которой все притертое, как бы вот оно новое, и поэтому вот это ощущение новизны, которое есть у каждого человека, который там садится за руль, оно напрямую связано с тем, что это целостный комплекс, сбитый такой, где каждая деталька подобна, потом начинается постепенная разбалансировка. Да, из-за жизни. Да, ну там попадаешь в ямы, да, там да, дольше, да. все остальное. И твоя задача как владельца автомобиля, да. чтобы его держать постоянно в балансе. То есть ты должен, ага, я поездил там условно по этому, по какой-то плохой дороге, значит, надо посмотреть ходовую, напряжение посмотреть, да. как бы там. Я плохое топливо использовал там по каким-то причинам. Ага, значит. Промой. Промой там, да. Да, поменяй фильтра. Да, и, собственно говоря, аюрведа это вот такое, как бы, да. вот, абсолютно вот, ну, если совсем мультилитарно. Инструкция. Да, инструкция. Вот, как мы инструкцию имеем, когда покупаем тот же автомобиль. Вот я в прошлом году покупал автомобиль, но это был новый для меня автомобиль. Я посмотрел, вот прочитал многие моменты, и они были совершенно разные, чем было у меня во внедорожнике. Так вот, аюрведа это инструкция уходу за телом. То есть благодаря этой инструкции ты понимаешь, ага, вот я такой, у меня такое пищеварение, там вот как вы ходите в туалет, какой у вас аппетит, там острый, там или вы можете терпеть без еды, как намного часто вы хотите пить воду, там все, вот эти моменты ты уже определил, ага. И вот тебе говорят, у тебя конституция, например, там питта-капха, то есть огонь, вода, земля. Вот такое. Все, ты знаешь, ага, тебе, значит, хорошо этого лучше исключать, а вот этого лучше вообще не касаться, то есть это для тебя плохо. Ну вот тут я хотел сразу сказать, потому что когда я попал сам вот к своему первому учителю и своему первому доктору после самостоятельного изучения, то есть он мне написал там такую простыню, ну, к чему я сам пока не дошел. И я такой смотрел, и вот это нельзя, и то, и то.
И а как же жить? Как же жить, да. А что же есть? И все, вот оказывается, там овсянку я любила, мне ее нельзя. Вот, например, там надо лучше гречку, вот с моей конституцией там. Или рис белый нельзя, а, например, нешлифованный можно. То есть вот такие мелкие корректировки. Вот. Он говорит, делай постепенно. Вот выбери то, что для тебя легче всего, и делай постепенно. То есть вот если вот человеку сказать, все, вот так поменяй. Конечно, есть такие критические ситуации, когда вопрос уже стоит там между уже там здоровьем и инвалидностью, или вот уже переходом в неизлечимую фазу, то надо, конечно, менять очень кардинально. Вот в аюрведе есть два типа болезней. То есть это излечимые и неизлечимые. Они тоже делятся на два типа. Там излечимые – это легко, и трудноизлечимые, и неизлечимые – это те, с которыми можно жить неизлечимые, например, диабет. По аюрведе с диабетом можно жить. Вот. Uh-huh. И там неизлечимые – это там уже такие уже финальные стадии, там онкологии, все. То есть все, там уже говорится просто поддержание вот, качества жизни в конце. То есть это я еще хотел разбить такой миф, который вот некоторые там и целители, и там… пропагандисты, то, что вот можно вылечить все, нет. В аюрведе четко описаны признаки, после которых уже лечение бесполезно, когда вот тело вот проявляет. И я с этим согласен. Вообще вот я с медициной как-то вот постоянно сталкивался на протяжении вот всей своей жизни. То есть я вот все изучал эти системы. То есть вот я даже в армии половину службы я служил в Киевском военном госпитале. И я... такую выбрал себе, такую хитрую, там у всех, кто солдаты, которые там лечились, у всех должна была быть обязанность. Кто-то чистил снег, кто-то мыл там полы, там. А была такая обязанность, как дежурный по моргу. То есть вот если кто-то умирал, госпиталь большой, то есть его надо было ночью, как правило, вывозили. И я такой подумал, лучше, чем лопатой там кидать что-то, я лучше буду там дежурным по моргу. Вот. И часто такое было, что меня там вызывал врач. Я смотрю, там такой дедушка, ну, видно, что он уже такой, и он говорит, сегодня не спи, сегодня надо будет его вывозить, он еще живой, то есть он еще как бы, и вот я со стороны не вижу, что он должен сегодня умереть, но там есть такие матерые и в современной медицине врачи, он уже видит, что он уже как бы не жилец. И вот на вот этой стадии, когда уже человек не жилец, то аюрведа тоже рекомендует не мучить человека, а вот максимально, чтобы вот он без боли, вот дать ему спокойно уйти. Потому что, ну, аюрведа признает реинкарнацию, и она говорит просто, ну, чем в более благостном, ну, таком более сознании уходит человек из этого мира, тем он получит лучшее перерождение, тем лучше он себя сможет подготовить к уходу из этого мира. То есть вот очень важно. А когда его там будут вот, постоянно там бить током, там восстанавливать там, какими-то... Ты можешь, давай еще два дня. Да, какой в этом смысл? Попадешь не на тот круг реинкарнационный. И вот у меня есть подруга, которая работает в реанимации, вот я с ней делился этими знаниями, она меня полностью поддерживает. Говорит, она просто происходит, ну вот из-за вот этой клятвы Гиппократа, мы должны просто вот это возвращаем этого бедного человека, он уходит, а мы ему вот давай сюда, обратно, все, он вернулся, ух, снова уходит, мы его обратно. Я видел рай, нет, ты должен быть здесь. Не, пока. Он уже может думать, дайте мне спокойно уйти там. Вот. Так что аюрведа, то, знаете, вот есть такая ситуация, что вот к аюрведе иногда обращаются люди, которые уже от них там все отказались, там все врачи, там из-за границы, ну, кроме Израиль берет всех. То есть, если есть деньги, он берет всех, правда. Вот, ну, и в Германии отказали, все, и вот он приходит, давайте лечите меня аюрведой. Ну, извини, дружок, вот у меня неделю назад умер мой хороший товарищ именно, вот, ну, он не доверял аюрведе, он больше, там, он там и там лечился, и там лечился, и когда у него уже там терминальная фаза, там, цирроза, там, болезни печени, его уже надуло от жидкости, все, он пришел, лечи меня аюрведой. Я говорю, ну, уже поздно. То есть, важна именно профилактика, предварительная, то есть, вот, анализ
своя самодиагностика, обязательно обращаться к доктору за консультацией, обязательно даже вот я каждые полгода, ну как минимум там на $200 сдаю именно разных анализов. То есть, хотя я себя и чувствую, и постоянно контролирую. В обычной клинике. Я прохожу УЗИ, иногда КТ, постоянно. То есть, это надо использовать, понимаете? То есть, это не то, что... Знаете, есть такие фрики, которые вот там каких-то вершков понахватались в альтернативной медицине, и вот у нее там маточное кровообращение, то есть кровотечение, а она там звонит мне, какую мне таблетку, там, какую мне травку пить. Я говорю, ты же скорую вызывай. Какой вот, то есть современная медицина, это тоже как бы прекрасная наука, которая, ну, чем она хороша? Она хороша вот по скорой. В экстренных случаях, конечно, это несоизмеримо. Те возможности, которые имеет современная медицина, ну, она практически бессильна при хронических заболеваниях, то есть мы должны принять. То есть все лечение, большинство лечения хронических заболеваний, оно, как правило, связано с симптоматическим лечением. То есть мы, если болит, мы снимаем боль, если воспаление, мы снимаем воспаление, если нарушились гормоны, мы даем гормоны, а причину само лечение не происходит. Потому что это же напрямую, я вот как раз хотел этот вопрос задать. Потому что ну, вот все, что вы сказали, там, я вот думал об этом, да, то похоже получается, что вот аюрведа, она в стратегическом плане как бы выигрывает, потому что она смотрит на целое, как бы, да, а вся современная медицина, она в этом плане как бы работает симптоматикой, и она не смотрит просто на человека как на целое. Ну, да, вот из-за того же вот этой всей специализации мелкой, как бы там, да, которая все время измельчается. Да. Болит орган, да. Лечим орган. Болит голова, лечим голову. Да. Болит нога, лечит ногу. А нужно как с машиной смотреть, вот, что если там движок стучит, то ты ему смотри, там может. Да. Может, там не просто потому, что поршень какой-то, а может там проблема в катализаторе, который как бы там забился. И... Да, может, проводочек плохой на один цилиндр, и этот цилиндр у тебя, если ты его не починишь, он у тебя выбит. Или у тебя колодка, например, вот я когда поехал за границу, вовремя не поменял коробки, колодки, так у меня и диск вылетел, и подшипник вылетел, и все. То есть вот из одного... ну, вот такого недальновидного именно решения. Именно. Тут аюрведа – это о том, как не болеть. Это аюрведа – это о том, как принять ответственность за себя. Просто вот у человека вот такая неправильная парадигма, что за его здоровье ответственен кто-то. Там, участковый врач, какой-то доктор, еще кто-то. Да нет, ребята, то есть... Вы ответственны только за свое здоровье. Вы. А любой доктор это просто как ваш помощник, как анализы. Вот надо вот эту культуру, понимаете. У нас вообще нету культуры, особенно в мужской части населения. Знаете, 80% мужчин, они идут к врачам, когда они уже работать не могут, когда они ходить не могут, когда уже там или писюн не стоит, или там, ну уже когда уже критическая ситуация, то они уже идут и уже начинают бегать. И попадают там в очень сложные ситуации. Нет, все. Вот есть такие люди, парадокс. Вот они за машиной лучше следят, чем за своим телом. То есть у него... Его дергает, тикает, а он там натирает машину, вместо того, чтобы там пойти там, умаслиться, сделать массаж. Вот. Вообще, вот что я заметил, что вот этот наш вот этот капитализм, он вот выхолощил полностью вот эту профилактику как таковую. Я в свое время, в 2008 году, делал в украинском доме выставку советского плаката. То есть это был такой, ну, такой комический, со стебом такое мероприятие. Ну, я для себя заметил, сколько в то время было именно плакатов таких. Смешные, конечно, там, мой руки перед едой, там, мой овощи, там, проходи осмотр, там, делай зарядку и все, которые были направлены десятки.
которые были направлены профилактике. Угу. Мы можем видеть, как там, я вот в школе при Советском Союзе учился, у нас там постоянно какие-то осмо, каждый год, как минимум, осмотры всех детей, там врачи рассматривал все, на всех производствах крупных, все вот была профилактика. Сейчас профилактика, просто она никому не выгодна. А государство должно брать государство на себя. Знаете, вообще моя цель такая, вот она недавно, мне там один человек предложил там участвовать в политическом проекте, я сначала отказался, а потом подумал, нет, то есть если участвовать, то только для того, чтобы вот те знания, которые мы пропагандируем на таком, как бы сказать, местечковом уровне, вот уже их продвигать именно на государственном уровне. Возможно, сделать тоже какое-то министерство альтернативной медицины. Проверенных вещей, там, не уринотерапию, там, а вот тоже китайскую, тибетскую медицину, аюрведу, там, всевозможные там, другие китайские практики, там, гимнастики, тайцы, там, цигун, там, еще, которые проверены уже там, ну, тоже веками, и углоукалывание. Потому что это же тоже можно дискредитировать, понимаете? То есть, вот там, вот тот деятель, о котором я говорил, что вначале чуть не стал моим там учителем, то есть вот, вот он дискредитирует эти знания, то есть и никто не может его проверить. А так, если будут специалисты по аюрведе там или китайской медицине, уже придет человек и проверит. А ну покажи, покажи мне точки, покажи мне там, как ты вот именно там или прижигаешь, какие-то лекарства назначаешь, то есть вот проверять. И пусть уже тогда каждый выбирает для себя, что для него хорошо, вот что вот, где он чувствует какой-то отклик. Но хотел сразу сказать, что вот эти нетрадиционные проверенные методы, они не для всех, потому что они требуют терпения, дисциплины и времени. То есть это, понимаете, если вот болезнь у человека накапливалась там десятилетиями порой, то убрать ее там за две недели, это только можно симптомы снять, все. Это должны проходить, ну, как минимум месяцы. Ну, вот. Ну так это это ж, я не боюсь этого слова, как бы, произносить вслух, но оно уже настолько испоганено, но это же обосмысленность, как бы, да, то есть обосмысленность своей жизни, то есть человек, который действительно мыслит, он все время задается вопросом, кто я в этом потоке, типа, как бы, почему со мной это происходит, вот, а что в жизни, как бы, как, там, взаимосвязано и как, и по поводу поиска взаимосвязанности, когда ты находишь взаимосвязанности в своих отношениях там, с внешней средой, с близкими, с далекими. Отношение к своему телу. Да. Понимать, что вот эта машина не просто на которой мы, машина поломалась, мы там сели на такси, там купили другую или все, а тут у нас нету шансов, что это вот из материального, все, что принадлежит нам, то есть это как бы самое дорогое. И мы должны за вот этим ухаживать, и если этого не будет, это... Мы не добьемся своей цели, как бы по тем же ведическим знаниям, цель жизни – это выполнить свою миссию. Вот, вообще в ведической культуре существует там четыре цели жизни. Это вот дхарма, это определяешь свое назначение, то есть кто ты и зачем, какое твое предназначение в этой жизни. Потом ты артха, ты это занимаешься этим хорошо и получаешь процветание, то есть вот по ведической культуре ты должен процветать, если ты на своем месте, значит у тебя будет все хорошо, потому что вселенная так сделана, то что твое место будет тебе давать все. Потом ты должен получить кама, наслаждение, и когда ты вот прошел этот весь уровень, ну делая это все надо именно максимально честно, то так и получая знания на протяжении всей жизни, ты получаешь мокшу. То есть просветление, освобождение. Но просто есть некоторые такие там секты, школы, вот, которые там вот строго аскетизм, там от всего отказаться, все вот именно. Нет, у тебя должно в жизни быть и наслаждение, то есть и достаток. Достаток, то есть вот ведическая культура, она говорит то, что большое богатство – это большие проблемы. Но достаток, когда ты имеешь деньги на все необходимое, то есть вот там и на здоровье, и на отдых, и на подарки жене, то вот это как бы должно быть. И все это жиждется на здоровье. Вот убрать здоровье, мы не добьемся ничего. Вот мы должны понимать, насколько вот мы должны серьезно относиться к своему здоровью. Понимаете, у меня это пришло, это осознание, только когда я вот заболел. То есть вот я полтора года я бегал по врачам,
вот мой список становился все больше, то есть лекарств все больше, чувствовал я себя все хуже. И вот я просыпался, для меня было счастье, когда у меня нет никакой там сильной боли, когда у меня там давление, когда там я могу в туалет сходить, там, потому что у меня были почки именно по аллергии блокированы. То есть у меня была такая ошибка, там, например, воспаление мочеполовой системы, оно было вызвано вирусом, а мне лечили антибиотиками, как от бактерии. И у меня состояние становилось все хуже, хуже, хуже. Они мне, а вот еще то, а вот еще то, а вот, вот это у тебя вылетело, а вот это. То есть вот у меня вот в 2007 году, перед тем, как я начал изучать аюрведу, то у меня анализы, они у меня все до сих пор сохранились именно, там ни одного здорового органа, ни одного здорового показателя в норме. И то есть вот так можно неправильным лечением, то есть не рассматривая целостность человека, вот можно довести леча по протоколу. Понимаете, то есть сейчас такая ситуация, что те же врачи, они как бы рабы протокола. Угу. Вот даже вот у нас на нашем бутике «Здоровье РСА» у нас где-то, наверное, пятая часть – это доктора. И я иногда с ними говорю, там, знакомлюсь в магазине. То есть говорю, а чего вы не используете вот эти, вы же сами лечитесь этим, чего вы не используете для лечения своих пациентов? Он говорит, я не могу. Вот у меня, вот если такая-то проблема, вот у меня там, у меня жестко регламентированный список. Вот я могу или то, и все. Ну, как правило, они назначают ток там, где больше откат от какой-то фармацевтической компании. Все. То есть нету интереса, чтобы человек был здоровый. Вот вообще в традиционной ведической культуре доктору платили, доктору аюрведы, и вот так мой учитель работает в Индии, то есть вот ему платят и благодарят, приходят вот жители этого городка за то, что они не болеют. И он их вот знает, ага, он знает, сейчас такой-то сезон, у этого могут быть обострения, он ему звонит там, так, там, вот у тебя сейчас там может быть обострение, ты вот там вот в диете то введи там, вот это вот сделай, вот такое, и там сделай вот такие-то асаны. То есть они тебя вот так, то есть главное, чтобы не болеть. То есть вот назначение медицины, чтобы человек не болел, а не то, чтобы потом его вот постоянно, нескончаемо спасать. Лечить. Да. Вот. Так, здесь Ната Устыменко, у нас наш постоянный зритель, спонсор и умный человек. Вот, она, вижу, что в курсе, потому что вот она очень многие идеи, которые вы говорили, да. Начали говорить позже, она как бы вбрасывала там на опережение, и вы потом как бы это там подтверждали или развивали. Вот, я написала, що сучасна медицина класна, але вона не індивідуалізована. То, що ви говорили, лікарів змушують працювати за протоколом, і це опять-таки, тому що, ну, смотриться як би на чоловіка. Ну, це факт. Чоловік як от, як система середньоарифметична какое-то. От какой-то как система середньоарифметичних, у которых вот эти вот середньоарифметичні органи, вони вот должны по какому-то вот, как в Європейському Союзі стандарти яблок. Вот яблоко должно быть круглым и не больше такого размера. И они все сводят как бы к вот этой системе. И, ну, и в этом плане вот то, что вы говорите, оно, честно говоря, мне, ну, мне нравится, как бы там, да, вот, потому что это об индивидуальности. Вы знаете, все больше и больше, когда мы открылись, у нас было там пару тысяч там карточек постоянных клиентов, сейчас у нас по 10 тысяч, все больше и больше людей, это передается из сердца в сердце, вот. Есть, конечно, у многих людей какое-то недоверие, но это больше как и дискредитацией всевозможными невеждами от альтернативной медицины, ну и неправильным подходом, потому что, знаете, есть такие ситуации, даже вот какие-то мои знакомые, они как бы доверяют мне, вот у него там, ну, серьезнейшая проблема, вот, и все, вот, я говорю, вот купи этот курс, он тебе поможет, проблемы с печенью, там, ну, начальные стадии почечной пиелонефрит, начальные стадии почечной недостаточной. И я ему вот рекомендую этот курс, я знаю то, что вот ему он поможет. Я ему даже подарил, я его потом спрашиваю, ну как, он тебе помог? Он, ну вот, вот он, оказывается, 3 дня выпил, его потом жена сказала, а потом он забыл. Потом он куда-то уехал, а потом забыл. Нет, если мы начали лечение, у меня вот, я прохожу, вот, например, сейчас для суставов курс, у меня это несколько баночек, там, одной баночкой трудно лечить, это должно быть несколько, там, на разные моменты влиять именно. У меня и в машине,
и в моем чемоданчике, и дома, и все. То есть вот у меня, я знаю то, что вот я 3 раза в день, я должен именно принять это лекарство, и оно будет действовать тогда. А если так, вот сегодня закинул, 2 дня забыл, то есть это не будет работать. И они потом говорят, это не работает. Ну и тут еще какой момент, знаете, дискредитировала себя очень это самые препараты. Вот, знаете, вот в 2007 году я заболел, где-то к 2009 я себя уже привел в порядок. И вот с 2009 я начал, с 2009 года я начал как-то уже экспериментировать на своих родных и близких и друзьях. То есть, ага, такая проблема, а ну попробуй то. Я думаю, ну а как на других работает? Вот. И смотрю, на ком-то класс работает, все, он говорит, там все прошло. А кто-то говорит, ну нет особого эффекта. Я когда приехал к своему учителю в Индию, я ему рассказываю ситуацию, он говорит, а какими ты производителями пользуешься препаратов? Я ему перечисляю производителя, он начал улыбаться, говорит, это, говорит, в Индии никто из врачей, уважающих себя, этим не пользуются. Это как бы массовка там на такой низший класс людей, которые как бы самообманом себе там, вот они что-то покупают, потому что там один и тот же препарат, например, Трифала, она может в Индии стоить там $0,50, а может стоить там $5 баночка там. Ну, это тоже небольшие деньги, но, ну и как правило, когда наши коммерсанты приезжают, и вот им надо вот это Трифала, они какую купят? Они купят, который стоит $0,50. А она сделана, по сути дела, там из какого-то жмыха, и то есть, ну, то есть какого-то эффекта особого от нее ожидать очень сложно. И вот чем, почему я сам вот решил открыть вот этот бутик Аюрведы Роса, потому что для, например, комплексного лечения надо много вещей, например, масла. Например, суставы, я не просто принимаю таблетки, я еще принимаю мимо ее, я изменил себе диету, и я должен делать именно масляные компрессы. И вот когда ты делаешь какие-то комплексные решения, я определенные специи употребляю. И вот я одно заказывал там, другое там, это мне привозили из Индии, это еще откуда-то. То есть и вот я думаю, надо, я просто должен заниматься этим, потому что чтобы у меня была возможность в одном месте купить все. Вот. И как раз мой бизнес, он нацелен на аюрведу такого вот, скажем, премиум уровня, те, которым лечат вот средний класс и выше в той же Индии. Ну, я вам скажу, что в Индии только где-то четвертая, пятая часть людей, она тоже лечится аюрведой, потому что мне некоторые закидывают, что там, сколько вот в Индии там и больных, и все. Ну, аюрведа это малая часть. Потому что люди нетерпеливы. Вот у нас раньше была вывеска такая юридическая аптека, и вот это мы ее сняли сейчас, потому что на аптеку много шло людей, которые левые, которые искали аптеку. И я запомнил такой случай, у человека аллергия. Вот он заходит, аллергия это, как правило, вот нарушение печени. То есть там еще надо один симптом уточнить. Но это вот. То есть в нашей современной медицине есть там определенные моменты, которые вот отключают эти все рецепторы, и как бы аллергия проходит. Но не уходит причина. И, как правило, потом эта причина может вылезти именно, вот если ее постоянно вот, глушить, 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 она потом вылезет именно в какую-то сильную проблему. А как лечит аюрведа? Она дает именно лекарства, которые улучшают работу печени, желчного пузыря, они улучшают, очищают кровь. И эта проблема уходит, только она уходит не через 2 часа, как, например, химический препарат, она уходит через 2 дня. И вот я говорю человеку, вот есть 2 варианта, вот, который будет там через 2 часа вы почувствуете или через 2 дня. Но это просто замаскирует вашу проблему, а это ее уберет. И вы знаете, большинство людей выбирает то, что через 2 часа. Ну, это просто, вот в аюрведе это называется прагья-апаратха, это ошибка интеллекта. То есть вообще большинство проблем, они из головы. То есть вот то, что вот человек, он ну, очень поверхностно относится, очень плохо думает и анализирует эти вещи, потому что даже вот такие проблемы, как с едой, вот, например, там
болезни желудка. Вот человек ест плохо сочетаемые продукты, не в то время, ест там на ходу, там ест фастфуд или еще. Вот это проблема желудка или это проблема сознания человека? Это проблема сознания. И вот в этом случае аюрведа, она полным ходом именно работает с сознанием человека, она как бы ему тоже вот постепенно там рихтует, выравнивает именно. Ну так это сейчас все по поводу осмысленности. Да, да. Ты каждый свой шаг осмышляешь, как бы там, и его последствия, как бы там, да, и пытаешься корректировать, или вот ты предпочитаешь эту знаменитую пигулку там за синюю там или красную, как бы для того, чтобы через два часа. Живешь автоматом. Да. Живешь, как в прошлой встрече про осознанность спрашивали. То есть вот ты просто как автоматом, рефлексами какими-то, инстинктами, которые не твои природные, а которые тебе навязали там образом жизни, твоими какими-то семейными там традициями и все. Вот. А тут вот аюрведа, все, это полная перестройка. Я такой, я осознал себя. И все, я строю свою жизнь, исходя из того, что для меня хорошо и что мне не подходит. Сейчас, секунду, был какой-то здесь комментарий, вот мне как так хотелось зачитать. А, да, вот хотелось зачитать. Анатолий Сергенко спрашивает, у нас семья лікується гомеопатією без інших ліків, так це альтернативна медицина? Так, понимаете, гомеопатия тоже описана в аюрведе, это как один из разделов аюрведы. Я гомеопатию признаю и уважаю, но лично для меня, я убедился и на опыте, что вот воздействие веществом, оно более действенное, более быстрый эффект, чем гомеопатия. Вот некоторые врачи там смеются, ха-ха-ха, как там можно лечить, там же один микрон там какой-то этого вещества, а они не понимают, что это влияние на мозг, это информационное лечение. Правда. Правда. Да. Это информационное лечение. Это вот в этом маленьком шарике гомеопатическом есть именно информация, которая дает именно сигнал мозгу, и мозг уже перестраивает, это же наш вот центр управления, и он уже перестраивает там уже работу тех или иных органов. Но я пробовал, и я прошел гомеопатию, очень уважаю, то есть это направление. Но для себя сделал вывод, что вот хорошие аюрведические препараты, правильная диета, упражнения, все вот они, ну, как-то более эффективней. Но это мое мнение, то есть кто лечится правильной гомеопатией, тоже мой почет и уважение. Смотрите, ну, я думаю, сейчас будем уже заканчивать. Да, смотрите. Я просто анонсирую, что у нас еще будет несколько эфиров, да, потому да. Что Олег предложил вот несколько эфиров сделать. Смотрите, можем сделать, пусть вот люди напишут, можем сделать, почему мы болеем, причины болезней. Вот разобрать полностью все причины, которые описаны в аюрведе. Там буквально там порядка 50 пунктов. Все там от еды, режима, половой жизни, то есть до там климата, эмоций, ну там много очень моментов. Вообще вот по аюрведе наше здоровье, оно вот на четырех вот столпах. Это питание, режим, то есть это сон, отдых, вот именно половая жизнь, очень важно. То есть вот и вот регулируемая половая жизнь, ни много, ни мало. То есть, ну, она должна быть, это как тоже вот влияет на работу всего организма. И наше психоэмоциональное состояние. И вот в аюрведе есть рекомендации как бы для всех этих моментов. И что вот очень важно, это по питанию, вот аюрведическую диетологию. Вот все основные, разобрать полностью, какие есть нарушения, заблуждения, распространенные у западного человека. Ну и как из них выходить. Короче говоря, вот эта тема следующего эфира, да. Вы просто ее сказали, давайте. Так что я думаю, что мы можем его сразу планировать на следующий четверг, да. Если готовы на... Да, конечно. Вот на сколько нас сегодня там, во сколько мы начали? 19, господи, время как пролетело, 19, уже 22, 20-22, мы в 19 начали. Угу. На 19, я думаю, можем спланировать, и вот мне очень понравилось.
И более того, вы так, все очень понятно, все интересно. Более того, вы так говорили, что я подумал, что, наверное, надо создавать канал здоровья. 100%. Канал здоровья, я думаю, что мы как бы вот там это все можем вообще развернуть так, чтобы концентрировано и этот... Короче говоря, ладно, это я уже обдумываю. Ну, мне очень все понравилось, аудитория тоже с удовольствием смотрела и обсуждали, почитайте комментарии. Не поленитесь написать комментарии. Да. Значит, Олег Торгало с нами был, или Торгало, как правильно? Торгало. Торгало. Да. Вот. Вас благодарят за эфир все. И через неделю мы опять встретимся. Ну, я думаю, что это крайне полезно. Вот я просто слушал там и примерял это все на себя. Там, ну. Знаете, я постарался, знаете, как практик и как человек не из медицинской среды рассказать своим языком понятным. Потому что вот проблема некоторых специалистов, они рассказывают непонятно. Вот я когда был на первых лекциях, я не понимал. Я не понимал, то есть, когда терминов много, вот все эти медицинские понятия, все вот. А тут вот простым, доступным языком. Как стать здоровым, счастливым, осознанным. Аюрведа — это о красоте, счастье и здоровье. Тут спрашивают, где найти этот волшебный аюрведический бутик? Ну, я так понял, это ваш этот магазин. Да, в самом центре Киева, в историческом центре, на улице Михайловской, возле Михайловской площади, Михайловская 24А. Мы уже там вот 8 лет, и приходите. Заодно посмотрите, ну, часть моей антикварной восточной коллекции. То есть это настоящий бутик. Ну вот, вы запомнили, я думаю, сделать ли вам моноэфир по отставкам, которые там сегодня были, отставка Кубракова там и всего этого, ну вот, объяснить вам или не объяснять, честно говоря, мне и лень, и как бы с одной стороны и долг требует, вот, а с другой стороны как бы и лень. Тут спрашивают, а получить консультацию, ну, наверное, там же, да? Да, да, да. Да. Вбейте бутик краса, аюрведа, и у нас... Врачи не постоянно, доктора принимают там 2 недели в месяц. Один доктор, другой доктор. Все они имеют традиционное современное медицинское образование. Ну, это надо для лицензии, для всего. Вот и в то же время они оба отучились. Один из них индиец, а другой наш человек, который 20 лет работал перед этим там и... педиатром и доктором скорой помощи, и все. И вот он, как сказал, я видел, что я не могу помочь этими методами, потом, поэтому я начал, это Юрий Авраменко, который начал аюрведа, это наш золотой фонд, это врачи действительно очень высокого уровня. Короче говоря, запомнили, Михайловская 24А, легко запомнить, День независимости Украины, 24 августа, вот 24, добавили первую букву алфавита А. У нас самая большая реклама на улице Михайловской, так что там пройти очень трудно. Да, не потеряйтесь. Значит, эфир по этому, по отставкам, вообще как бы такой моноэфир по текучке, который сейчас есть. Ну, я сейчас не буду делать, я, наверное, вот правильно Кестрица пишет, после 22, я это даже из дома, наверное, буду делать, вот, я включусь там, я думаю, быстренько растолкую, что и как, что это все означает, и, ну, собственно, все, завтра у нас тоже будет, должны быть наши тяжеловесы, как бы там традиционно, ну, короче, будет интересный эфир. Сегодня мы записали эфир на серб, ну, даже не на сербском, это середины боснянский, я так понял, с Александром Левченко. Эфир, который будет идти на канал «Балканский проект» запускаем, то есть там будет на сербском, на сербско-хорватском, на боснянском, как бы там специально на Балканы мы будем это, значит, слать сигналы. Вытаскивать оттуда гостей. Ну, короче говоря, начинаем такую экспансию во все направления. Так что тоже я вам вечерком покажу, как это все выглядит. Ссылку кину. Подписывайтесь на Олега Торгало в Фейсбуке. В Фейсбуке он есть. Угу. Легко, в принципе, найти. Сейчас кину прямо ссылочку, для того, чтобы уже, ладно. Да. Дорогие друзья, хотел еще сказать, что есть заблуждение, что это только индийская медицина. Ну, аюрведа – это наука о законах природы, которые не принадлежат ни одной нации, ни одной по традиции, там, религиозной системе. Вот кому там вот такие понятия можно отнести, как
тяжелый, легкий, влажный, сухой, там, как вкусы, например. Это принадлежит достоянию всего населения планеты. И вот аюрведа – это та наука, которая описывает это все очень подробно и как это влияет на наше здоровье. Я кинул в чат, в описание к эфиру, скинул ссылку на страницу в Фейсбуке, так что можете Олегу писать. Спасибо еще раз огромное. Да. И спасибо за то, что смотрели, поддерживайте нас спонсорством, патреоном и просто добрым словом. Помогаете как бы нашим воинам. Напоминаю, что идет сбор на 73-й центр ССО. У меня вчера я вывешивал в телеге. Мы там собираем 1 800 000, уже за 600 тысяч собрали. Ну вот, потихонечку собираем. Так что те, кто не скидывались, обязательно прошу скинуться, потому что им нужен манипулятор, чтобы катера спускать, быстро забирать, пока их там дронами не разбомбили, потому что они выполняют важные, ответственные для государства, для всех нас задачи. Вот. На этом все. После 22 заскакивайте. Я в телеге дам анонс и сделаем там быстренький моноэфир по всем этим назначениям и политической текучке. Пока. Спасибо.